В России упал очередной самолет. Речь идет о легкомоторном самолете, который выполнял воздушную разведку в республике Коми. Как сообщают российские СМИ, еще при взлете все пошло не так. Судно задело линию электропередачи и рухнуло на территорию частного дома в селе Усть-Кулом, после чего загорелось. Как сообщают МЧС, пострадавших на земле нет. В момент крушения на борту находились два человека, один из них пострадал. В результате авиакатастрофы село Усть-Кулом временно осталось без электроснабжения.